Второй год при Мордовском Иоанно-Богословском монастыре действует православный оздоровительный лагерь «Солнечная Мордовия». Появился он в 2013 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Здесь с пользой для души отдыхают дети из Саранска, Пензы и Кузнецка. 22 воспитанника воскресной школы при Вознесенском кафедральном соборе города Кузнецка открывают вторую смену в православном лагере «Солнечная Мордовия». Именно учащиеся Кузнецкой воскресной школы в прошлом году, когда лагерь впервые распахнул свои двери, стали первыми его обитателями. С тех пор здесь успела побывать масса ребятишек из воцерковленных и светских семей, в том числе дети, которых принято называть находящимися в трудной жизненной ситуации, и сироты из детских домов Саранска, Пензы и Кузнецка. Принципиальное отличие «Солнечной Мордовии» от обычных оздоровительных лагерей в том, что здесь основное внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию детей. Есть у нас в лагере духовник нашего лагеря, отец Валерий, который с нами работает уже второй год. У нас проводятся ежедневно православные часы после тихого часа. Субботу-воскресенье мы ходим в церковь, на службу, причастие, исповедь, причастие. Также у нас есть постные дни. Кроме того, режим дня в лагере предусматривает обязательные утренние и вечерние молитвы. Напоминают детям о необходимости соблюдать режим строгие, но благожелательные воспитатели и вожатые. То есть у нас свой педагогический отряд, который ездит именно в этот лагерь. Нас подготавливают заранее на курсах ШВМ, на которых нас обучают именно психологию детей мы изучаем, какие-то игры сами проходим. И также мы ездим на перед лагерем практически, это в конце мая, мы ездим на инструктив на 3 дня, где более опытные вожатые старшие с нами проводят такой как мини-лагерь. То есть 3 дня мы в роли детей. Сейчас во вторую смену в православном лагере «Солнечная Мордовия» отдыхает более 100 детей. В эту смену для них подготовлена, как принято говорить, насыщенная программа духовно-нравственного воспитания. Запланирована, например, паломническая экскурсия. В субботу мы ходим на службу, в воскресенье у нас причастие, как бы исповедь. Ну, мы все это ходим, выполняем там, что нам отец Валерий говорит. Я была здесь в первой смене, мне здесь очень понравилось, поэтому я приехала на вторую. Ну, ты вот отдыхала в обычных таких светских лагерях? Да, я отдыхала, например, вот, и, ну, как бы мне не нравились условия, и вожатые с нами не так играли, вот. Но здесь, когда я сюда приехала, вожатые нам не дают свободные минуты, все время с нами играют, и условия проживания тоже хорошие, вот. Поэтому мне здесь очень нравится. Мне нравится, как здесь все обустроено, ну, как здесь обращаются, ну, с детьми, как здесь вожатые, как всем относятся. Ну, больше всего вот это нравится. Несмотря на то, что многие воспитанники с похвалой отзываются о благоустройстве православного лагеря, его администрация строит планы по дальнейшему развитию инфраструктуры «Солнечной Мордовии». Лагерю, например, необходим стадион. Также в планах сделать работу православного лагеря круглогодичной. Остается надеяться, что с Божьей помощью планы эти, как принято говорить, будут претворены в жизнь. Владислав Жирнов, Юрий Царев. Специально для православного телеканала «Союз».